лезем туда. Там опасно. Нас слишком мало, чтобы начинать сражение с превосходящими силами противника. Вот сюда, сюда. Вот выйдем в эти кусты, бог даст, они нас не заметят. Сюда, сюда. Ну что ж, сударыня, ждете, пока вас высадят из кареты пинком под зад? Как вы смеете? Делайте все, что хотите, но будьте почтительны. Дайте руку. Мерси. Ее высочество, Анриетта французская, дочь короля. Здорово, Анриетта! Дай-ка сюда ожерелье. И браслет. Катись, катись. А ты кто? Маркиза де Помпадур, не правда ли? Вы не ошиблись. Ха! Трусы! Вы нас позорите! Замолчи, глупец, они нас могут услышать! Глупец! А вот я! И с места! Или будешь дезертиром! Не подходите, а то я прокалю вас насквозь вот этой саблей! Он способен умереть! Моя премия! Моя премия! Он просто нечестный человек! Сударь, вы были просто удивительны. Спасибо, сударь. Спасибо, мадам. О, спасибо, мадам. Вы так же смелы, как и храбры. Вы так еще молоды? Я просто так молодо выгляжу. Фу, как жарко. Ну что же, мой друг, должен сказать, что для такого птенца это не так уже плохо. Тебе не хватает еще дыхания и опыта, но это придет. Я его послал на разведку. Но, конечно, если бы ему угрожала опасность, я бы пришел бы на помощь. Во всяком случае, вы не растерялись, сержант. А, вот еще бандиты. Не бойтесь, я с ними расправлюсь. Это наши люди, не трудитесь. А, вот обидно. Герои. Хороши, да? Подойдите, вы всегда так храбры. Можете собой гордиться. Займите свои места в карете, мы с вами поговорим о дворце. Да, у нас неплохая защита. Но у них все-таки хватило духу вернуться и явиться к вам на глаза. Это ваше? О, нет, это ваш трофей. Вы меня уже, мадам, наградили более чем щедро. Не портите мне удовольствие. Эй, вы, держите! Это вам за то, что вы мне помогли заслужить два самых лучших поцелуя моей жизни. Я в таком восторге, как будто сама дочь короля меня поцеловала. И тем не менее... И тем не менее... Как вас зовут? Фон-фон. А дальше? Фон-фон. Солдат короля. Да-да, я хочу стать солдатом короля. Прекрасно, фон-фон. Вот вам на память тюльпан. Он вам принесет счастье. Благодарю, мадам. Прощайте, фон-фон, тюльпан. До свидания, крестная. Остановись, фон-фон. О, карета ее высочества исчезла.
Они ее похитили. Скажите, сержант, здесь не приезжала карета? Карета? Карета ее высочества, мадам Анриетта. Запряженная четверкой? Да, ты ее видел? Это была ее высочество? Сама лично? С маркизой Помпадур. Ну а дальше? Это маркиза Помпадур? И сама дочь короля? Да, мы видели карету, она туда проехала. А бандиты? А бандиты? А бандиты? Ха, вы их увидите там, немного подальше. Я их уложил, пусть отдохнут. Ха-ха-ха. Молодец. Я их искрошил, чтобы ее высочеству было удобнее продолжать свой путь. Вот вам за храбрость. Благодарю вас. Сама дочь короля меня поцеловала. А что же тут удивительного? Она же ваша будущая жена. И вот, наконец, всегда столь волнующая церемония вступления в полк. Чувствительные к тому вниманию, причиной которого они являются, молодые новобранцы начинают понимать, что армия — это большая семья. Сыроравняйсь! Я вам говорю, какой олух мне их пригнал! Вы поглядите только на эти сонные морды! Ну и рожи. Дай с дороги! Смирно! А, рекруты! Хочу, чтобы у них был веселый, изящный и приветливый вид, чтобы они улыбались жизни и были готовы умереть за короля. Вот они. А? Да. Они выглядят неплохо. Молодцы хоть куда. Глаза видят. Волосы еще не падают. Зубы есть. А надо ведь. Мерси. Фу. Ты листник в 4 лепестка. Вы топчете свое счастье, мой милый. Ваше имя? Фанфан Тюльпан. Как, Тюльпан? Да. Какое очаровательное прозвище. У нас уже есть пион, роза, маргаритка, есть белая лилия, а теперь Тюльпан, не полка, клумба. Что это у вас? О, это сувенир, подарок маркизе де Помпадур. Награду за то, что я поцеловал ее и дочь короля и спас им жизнь. Вы спасли дочь короля? Мы. Мы спасли ее вчера в лесу от бандитов. Поздравляю вас. И она вам позволила себя поцеловать? Да, что-то странное, ведь я женюсь на ней. Это предсказание Делины. Вот оно что. Это забавно, это очень забавно. Легковерие — это самое главное качество в армии. Веселитесь все обратно без иронии. Ирония идет всегда сверху вниз и не должна направляться снизу вверх. Надо мной смеетесь? Я убил 5 бандитов, убью и 6-го! Что ты делаешь? Тише, это же солдаты, а не бандиты. Иди, иди, бешеный. Иди. Молодые люди, приветствую вас в нашем полку. Я ваш начальник, и я буду с удовольствием вами командовать, а вы должны с удовольствием мне подчиняться. Вы солдаты короля. Будьте достойны этого звания. Слушай мою команду. На плечо. Направо равняйсь. Прямо марш. Второй взвод на прицел. Огонь! Огонь! Согнуть, вытянуть, поставить! Согнуть, вытянуть, поставить! Согнуть, вытянуть, вытянуть, тянуть, тянуть, поставить! Согнуть, вытянуть, поставить! Согнуть, вытянуть, поставить! Согнуть, вытянуть, поставить! Согнуть, вытянуть, поставить! Слушай мою команду! Сабли вверх! Сабли вложи! Ножны! Встать на колено! Лечь! Встать! Встать на колено! Ну, скорее! Встать! На колено! Лечь! Встать! Еще раз на колено! Еще раз! Лечь! Встать! На колено! Лечь! Встать! На колено! Лечь! Кавалер! Вы что,
Не слышите мою команду? А мне надоели эти глупые упражнения. С кем это вы говорите? С вами, разумеется. Сфера, бра? Шутить опасно, я уже 8 лошадей на смерть загнал. К сожалению, лучшие всегда погибают первыми. Неповиновение. Отказ подчиняться. Бунт! Трансмонтань! Я! Отведи в тюрьму этого бойкого молодца. Вот я тебе покажу, кто я такой. О, это я и так вижу. Ну что ж, идем. Идем. Слушать команду. Встать. На колено. Ложись. Встать. На колено. Ложись. Встать. На колено. Ложись. Встать. Ты уж, приятель, на меня не очень сердись. Я тебя в тюрьму веду, но это пустяки, прогуляешься. Все удовольствие испорчено. Жаль, что не успел его за уши оттаскать. Оборотчики! Ты сошел с ума? Он бы тебя сразу заколол. В прошлом году он убил 3 рекрутов. Выходит, он портит товар? Ты горячий, будь осторожен. Я тоже вроде тебя. А в такую минуту я не владею собой. Вот так и родились у нас 8 ребят. Злость пройдет, а лишний рот корми. А, идем. Я скажу жене, чтобы она принесла тебе вина. Здесь можно выспаться не хуже, чем в Казани, верно? Да. Если капитан что зайдет или вызовет, раскается. Раскается? Мне? Ни за что не стану. Дочь короля не будет краснеть за своего жениха. Опять он чушь понес. Нужно как следует выспаться. Это самое верное дело. А вы все давайте отсюда, ну-ка, живо, живо, бегите играть. Поздравляю, можете гордиться. Бунт, связаться с таким сумасшедшим, как Фера-Бра, вас сошлет на галеры на 10 лет. 10 лет на галерах? Против 7 лет такой жизни я останусь выигрышем. Не болтайте глупости. Слушайте меня. Что, в западне оказались? Нет, я ужасно боюсь Фера-Бра. Он имеет на вас права? Нет, но он в меня влюблен. А, и вы его поощряете? Из опасения иметь такого врага и только. Боитесь? Вы же умеете обманывать мужчин. Я вас опять ударю. Я выросла среди солдат, но никто еще не посмел ко мне отнестись непочтительно, без уважения. Я буду уважать вас всю жизнь, будьте покойны. Вот вы опять грубите. Ну? Если занимаешься таким ремеслом. Каким ремеслом? Гадалки, вруни и обманщицы. То, что вы мне предсказали, сбудется. Меня вы не обманули, но другим кто лгал? Кто их заманил в рекруты? Но сегодня вы здесь уже не по моей вине. Вас бы обязательно женили, если бы мы с вами не встретились. Только эта случайная встреча и спасла вас от казни. Вы неблагодарны. Да, но благодарить-то не за что. О, это пустяки. Я поговорю с Фера-Бра. Он все для меня сделает. О, нет. Я не желаю пользоваться милостями, которые вам оказывает этот каналья. Я сам с ним рассчитаюсь. И выйду отсюда без его разрешения. Я ему обкорнаю уши и сделаю табакерку. Не советую вам это делать. Ага! Вы боитесь его потерять? Но между этим грубияном и мной ничего нет, ничего. За что же вы сердитесь? Я же не донесла на вас, когда вы развязали веревки. Я вас ударила, это правда. Но после драки с разбойниками я была, кажется, очень мила и носила вам вино, сыр и даже воровала табак у отца. А, мадемуазель Аделина, стережете пленника. Прекрасно. Этот мерзавец очень опасен. Я напишу такой рапорт, что его будут судить за бунт и дезертирство и пошлют на галеры. А я на вашем месте. Я бы остерегалась. Как? Я бы простила его. Простили? Он очень опасен. Дерется, как сумасшедший. Сразу 5 уложил в лесу. Не надо его злить. Что? Мне? Его бояться? Да я его в порошок сотру. Слышишь, мошенник? Что молчишь? Где ты? Отвечай! Отвечай! Он сбежал? Сбежал. Сбежал? Сбежал. Но дверь осталась закрытой. Как же он убежал? О, он пока еще недалеко убежал. Стража! Стража! Тревога, бейте барабаны! Бейте барабаны! Оцепить все входы и выходы! Запереть ворота, капитан!
Капитан! Где капитан? Бейте в барабаны, все в погоню! Тревога! 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 Бейте в барабаны! Тревога! Скорее в погоню! Сбежал арестованный! В погоню! В погоню! Тревога! Тревога! Вы лучше бы сошли вниз. О, какой вид отсюда! Узкая тропинка между двумя красивыми